Подумай час. Они в городе, там 10 мест всяких. И тут, вон, слышь, бахают где-то возле МГУ, но мы не видим, потому что то ли туман, то ли что-то. И что, тут будут проверять, что ли, документы или что? Что, вход по билетам или что? Нет, нет. Сумочки имеются? Не, а рюкзак имеется. Рюкзачок показывает. Покажи рюкзачок, это вот девушке рюкзачок. Ну, алкоголя нету, короче, ничего нету. Оружия нету, питья нету, алкоголя нету, открывай. Мы не бухаем, мы за рулем. Закрывай, а то потеряем что-нибудь. Спокойно. Мы хотели город посмотреть, в городе говорят, салют уже. Ну, туман, видимо, поэтому, да. А что-то не подпускают машину сюда подъехать. Мы хотели на машине подъехать. Да, вот в прошлом, два года или три года назад, когда я тут был, тут, короче, была елка. Вот тут елка. Ну, вот тут вот, может. Кучу понесли вот этих квадратных штук. Вот тут все было заставлено этими квадратными штуками. Штук 10, вот такие большие частники понесли салюты, блин. Все пили шампанское, никто никого не гонял. Что, блин, каждый год все хуже и хуже. Как будто, блин, какая-то в государстве проказа. И она все людей, короче, пытается извести как-то. Нельзя пройти с рюкзачком сюда. Мы что, диверсанты или что? Ну вот как бы мы город видим. Ну сколько чуть-чуть остатков. Вон салют видно, да, издалека. Ну конечно, мы все кое-что не увидим. Вот салют. Ну где-то 7 или 8 или 9 или 10 мест как бы. Салюты. Вот видно. Open, интересно, отсюда видно где? Собственно, видно вон то, как называется? Академия наук. Академия наук, да. Что, это холодно, что ли? Ну, это, наверное, потому что не пьешь за рулем. Я даже не стал одевать теплые штаны, белье и теплые носки, потому что жарко же. Вон салют. Кто-то прошел все-таки. Видимо, с той стороны как-то прокрались и принесли салют сюда, потому что менты гоняют. Капец. Ну, салют красивый, вон видно, да? Салют красивый. Кто-то принес какую-то херню маленькую в кармане. И выстрелил. Почти мне в ногу. У меня был случай такой в жизни. Как-то отмечали у друзей, ну, в смысле дома, потом пошли. Я, жена, ребенок соседа, а он там жил в соседнем дворе. И как бы, вот тоже, то ли в час, то ли что-то вышли, решили запускать салюты, но все купили фейерверки, там лихие 90-е это были. И один сосед, Козлов, так называемый, взял пачку, короче, пошел в подъезд. Ну вот мы стоим вот во дворе, ну как двор, не знаю там сколько там, 50 на 50 метров может быть. И там ура, ура, кто-то с этими, с бенгальскими огнями, кто-то с этими. А он, короче, взял вот такую пачку, которая стреляет вот так вот. Всю зажег, короче, и на людей направил, стал стрелять в людей, которые вот, ну так, видимо, он решил, что будет смешно. Я, короче, сразу побежал вот так кругом, чтобы меня не попали. С боком, короче, бежал, короче говоря, пнул по этой самой пачке вот этих самых салютов. Они разлетелись, упали на землю, дал им кулаком в морду, вот. И потом, короче, все долго спорили, правильно я сделал или неправильно.
Ну, как бы единственное, что я знаю, что пострадало, то, что я как бы знаю, может, пострадало больше, конечно, что у моей жены была кроличья эта самая шуба, и дырку прожгло, короче, вот этот шарик летел абсолютно, и попал в шубу, и, конечно, прожег дырку в этом, в шубе. Но чтобы он попал в лицо, я бы не знаю, что там было. Я не думаю, что это кому-нибудь понравилось, или в руку там попало. Вот так что я считаю, что правильно ему дал по морде, вот. Но мнения разделились. Есть ветер и туман. Странно, обычно когда туман, то ветра нету, да? Потому что он сдувается. Ну да, тут как-то наверху раздуло уже. Тут хорошо видно, а там вот внизу как бы еще не раздуло, видимо. Ну что я могу сказать, салюты есть. Они, видимо, красивые. Но видно их плохо, и видно их издалека. И возле нас никто не бабахает. Но я сразу, когда читал, я прочитал, что на Воробьевых горах как бы не будет салюта. Но где-то рядом, я тут по карте не смотрел, что где-то рядом будет. А? Слышно стрелку? Ну да, мы его слышали, он там слева. Что-то слева бабахали. А что там у них что-то светится, да, на этом, на крыше? Да, там фирма тушка свечится. О, утки, смотри, там пару утки. Ну да, они улетели на юг, что им делать? Ой, человек принес бенгальские огни в кармане. Принес бенгальские огни в кармане и решил сделать праздник. Поджечь их. Хотите подальше? Это бенгальские огни или благовония? Да нет, а? Бенгальские какие-то, они желтые, как благовония. Видимо, сейчас на всем экономят, да, и сделали какие-то желтые. Что-то заканчивается в городе, да? Ну, в следующий раз, если будет такая фигня, надо читать где и подъехать, и там именно, потому что действительно все далеко. Вот если бы, конечно, не было тумана, было бы красивее, что там дальше, которые были, было бы видно. А? По крыше какие-то. Ну да, я тебе же говорил, на крыше что-то светится на Олимпийском, типа как экран или что-то. Там как бы как экран почти. Сделано из точек наборное поле. Вон, видишь, да? Рисунки может показывать. Фокус на 2 сэфа, Кир был пьян, у него зажигалка плохая. А, другую зажигалку, но у меня нету. Все закончилось в городе, да? Вон там перед. Вдруг он принесет и что-то выпьет, да?